Всем привет, ребятки, мы продолжаем прохождение игры «Растения против зомби 2». В принципе, погнали, значит, что же. Я получил еще 5 гемов, это очень круто, значит, тут вот действует вот этот календарь чудес, так сказать, и тут еще заготовлено для нас 10 кристаллов, какие-то зомби-руки и еще куча тут пиньят и всяких приколюх, окей. Значит, сегодня мы попробуем... так сказать, поиграть вот в эту штуку, которая внизу с пиньятами. Я не знаю, что там будет, но, в принципе, вы мне написали, что нужно обязательно их проходить, так что погнали. Значит, сегодня пиратских морей, так сказать, ну, не будет, в принципе. Сегодня мы чисто будем играть вот в эту пиньяту партии. Ну, я не знаю, как называется, пиньята партии, возможно, что-то такое. Окей, так, значит, нам говорят, защитите цветочки. Кстати, до этого я вообще не знал, что это. И тут, короче, еще куча зомбей. И какая-то локация осенняя, офигеть. Арбуз, окей, погнали. О, я помню, это растение. Этот электрокамыш, либо как его там зовут уже. Ну, в принципе, погнали. Вообще, вот это крутая тема, значит, тут у нас 5. Ой, каких 5? Ну да, 5 пиньят и 3 волны зомби. Окей, тут могильники. Тут зомби с вилками, с какими-то отходами. Ё-моё, офигеть. Зомби, походу, пришли с большого званого ужина какого-то. В принципе, давай сейчас ставить, значит, защиты нам толком тут не гарантируется, такой прям мега крутой. Но смотри, тут, в принципе, зомбятина атакует. Давай-ка сейчас уже ледяной арбуз ставить. Так. Сорян, если хаотично ставлю растения, но тут, видишь, тут конвейер, так что уж не жалуйтесь. Так что вот. А, в смысле нет? О, блин, я... проглядел. Я не заметил этого зомби. Кстати, вот смотри, мозги. Ты слышишь этот звук мозгов? Это звук зомби победы. Ну, блин, чё? 1000? Да ты чё, блин? Ну ладно, погнали. Погнали, ничего себе. Дорого переиграть. Короче, давай-ка не проигрывать, потому что каждый проигрыш нам стоит 1000 монет. Это очень печально. Ладно, давай смотри, вот так сразу же. Сразу же попробую вот сюда арбузы пихать. Вот сюда вот эту тему. Вот эти могилы нужно убирать срочно, просто срочно. Так, давай вот эту курятину убейте, пожалуйста. Вот, тут зомби-рыцарь. Вот, я помню вроде локацию средневековья, и там, да, были вот эти зомби-рыцари, так что уж не суть. Ладно. Давай вот сюда. Блин, хоть бы нам выиграть, потому что тут этот зомби, блин, он какой-то прям мощный. Давай-ка сейчас, давай, убейте, прошу, ну что-нибудь предпримите, я тебя умоляю, засранца. Блин, да что ты будешь делать? А, блин, давай, короче, вот так. Нахрен вас всех, я не буду переигрывать. Я не буду переигрывать. Тут зомби на абордаж нас пытаются брать. Зомби вот эти курятины, еще кто-то тут. Ой, монетки фармятся. Круто. Но сейчас не до монеток. Сейчас нам точно не до монеток. Тут очень опасная прям битва. Дай вот так сейчас. Бабах. Давай сейчас нашпигачим всех этих зомби арбузами. Давай, шикарно. Больше камышей, пожалуйста. Больше арбузов. И таких. Короче, если что, будем пользоваться вот этими штуками, потому что что-то тут реально сложная битва. Прям очень прям сложная, чтобы эту пиньяту выиграть. Нам нужно тут постараться. Давай. Фигак. Блин, что я вообще говорю? Давай, просто уже убей этих всех зомби и все. Арбуз. Давай поскорее. Прошу. Так, вот зомби-рыцари, они, конечно, мощные. Они, конечно, вообще мощь дают. Так, вот эти пушки, вроде мы как их помним, они были у нас в пиратских морях. Вроде как были или не были. Уже, короче, пофиг, сейчас они добьют. Наконец-то, все. Выигрываем. Что?
Что у нас тут? Пинья от парти. Короче, давай. Вот это. О, ну блин, у меня такого растения нет. О, нихренашечки, 5000 монет. Май год, офигеть, я выиграл 5000 монет, ну это круто. Вот это вообще супер. Окей, так, окей, защитите цветочки. Все сделали, в принципе. Так, погнали, короче, выполнять еще задание. Значит, тут нам показывают, что через 8 часов еще появится такая же битва, но вот, чтобы ускорить это время, пока у нас нету реклам, так что пофиг. Окей, погнали. Сюда. И, короче, вот в задание, что у нас тут? Я просто хрен знает, что. Окей. Так. Еще, короче, тут можно пиньяту испытать. Эпик квест. Ну давай сюда, погнали. Погнали, почему бы и нет, что у нас тут. Так. Окей. Эти левелы... что-то активные. Значит, здесь слишком много фамильных каких-то растений. Что-то тут такое происходит. Ты должен защитить что-то тут такое. Сделать против вот этих зомби. Чё там какой-то непонятный, блин. Ты видел? Ты видел там какие-то зомби интересные? Так, вот таких я еще не видел. Подожди. Так, ну зомби-пираты, окей, мы вас помним. Так, значит, горохострелов у меня, опять же, не столь много. Блин, мне просто... О-о-о! Блин, это же кто? Зомби-курицы, блин, а погоди, а на какой локации этот зомби возникает-то? Я просто хрен знает. Ну он что-то вообще какой-то интересный зомбарь. Ладно, окей. Самое крутое то, что у нас конвейер. У нас идет конвейер растений. Так. В принципе, мы сможем защититься от этого всего. Так, о, клево. Курицы. Курицы, и походу курицы тоже не рады растениям, и тоже хотят мозгов. Зомби-курицы. А это еще что? Это кто? Это кто? Ты видишь, там в углу кто-то идет? Подожди, он что-то... Что это? В смысле? Почему у него что-то там... Бревно какое-то развалилось, и он стал каким-то непонятным чуваком? Подожди. Стой, ну вот это интересно. Подожди. Интересно. Так, зомби тоже... Вот, видишь, это ласки, либо что это такое? Хорьки какие-то на зомби там. Офигеть. Ладно. Давай. Главное сейчас нам выиграть. Так, давайте, ребятки, выползайте. Выползайте. Я сейчас вас всех просто сделаю. Давай. Ну все, великолепно. Так, круто. Окей, шикардозно, фух. Ну, эта битва легкая была. Довольно-таки встретилась куча новых интересных зомби. Так, и что? Где? Куда? Подожди, мы тут были? А, нет, не здесь. Мы вроде были здесь. Да, окей, погнали дальше. Сейчас еще 2 уровня и выиграем пиньяту. Так, и что тут? Окей. Бафы Брайзес. Что-то, короче... Зомби хотят что-то заполучить, короче, давай-ка. Ё-моё, еще ну, те же самые зомби. Короче, и я говорю реально, вот я слежу за русификатором, и поэтому, когда выйдет русификатор, я его обязательно установлю, потому что, видишь, игра сама обновляется, так бы я бы играл бы, ну, на чуть старой версии, а вот тут игра сама обновилась, и вот тебе, пожалуйста, блин. Все, блин, ну... Русскоязычные титры, субтитры слетели к чертям собачьим. Так, давай вот сюда. Так. Ну, вообще эти битвы какие-то легкие, не знаю почему. Они какие-то легкие у нас были посложнее. И в Египте, и в пиратских морях были посложнее уровни. Да и в первой части у нас было куча еще всяких разных прикольных уровней. Если кто не видел первую часть, обязательно глянь, потому что там... не-не-не-не-не, в смысле? А, все, убили.
Ё-моё, эти хорьки какие-то дикие, прям вообще, ты видишь там, что они творят? Так. Не знаю, вот лучше, может, вот так применить. Окей, нормально. Нормально, 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 подожди. Блин, это бочку катит тут, подожди, лучше все-таки вызвать тяжелую артиллерию. Так, ребят, 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 не нужно, не нужно так много зомбей прям. Блин, реально много зомби, прям вообще куча. Куча, куча, куча зомбей. Так, подожди, стой, давай вот так, вот так. Так, стопы, монетки. Да в смысле ты там катишь? В смысле ты там катишь? Давай уже... Ну не, ладно. Все-таки 5000 монет выиграй. Да ё-моё, я хотел, не хотел газонокосилки тратить, но все-таки ладно. Бабах, 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 все. Блин, вот эти все-таки зомби с бочками, они опасные, опасные ребятки, конечно. Ладно, погнали. Погнали дальше. Что нам тут встретится еще? Подожди, где-то здесь. Ага, вот еще. Один уровень и получим какую-то мега крутую пиньяту, которую еще ни разу, кстати, не получали вроде как. Так. Окей, это последний уровень. Он будет очень экстремальный. Ты можешь использовать дамаг, что-то какие-то улучшенные растения. Также не забудь ставить блок какой-то. Окей. Погнали. Говорят, что этот уровень будет очень мощным и очень опасным. Главное нам газонокосилки сохранить, так сказать, до последнего раза. Окей. Так, я так понимаю, камышей нам меньше дают. Это уже можно заметить то, что я уже линейку вот горохострелов выставил, а тут уже вот первый камыш только пошел. Да. Круто. Да. Видишь... Чистый экстрим сейчас будет на горохострелах. Вот как ты думаешь, убьем мы вот ту задницу с курицами? Ну, в принципе, это реально. Это реально выполнить. Так. Я еще, представляешь, пытаюсь сохранять симметрию красивую тут. Так, курицы! Курицы! Курицы, убей курицу! Блин, вот курицы, конечно, да... Ё-моё, курицы, конечно, дают жару. Ладно. Так, зомби-мумия. Мы его называем вот этого зомби-мумию, блин. Который атакует. Ну реально, он чем-то похож на мумию, как будто он в бинтах. Я уже рассказывал в одной серии, что там как будто он реально в бинтах. И вот реально похож зомби-пират-мумия. Так, ладно. Курицы, курицы, курицы. Chicken shit, блин, грёбаный. Давай. Все, шикарно. Так, вот там, конечно, жрут. Что? Блин, какой-то звук, ты слышал этот звук? И там вот этот, какие-то хорьки, блин, реально, я не знаю, откуда вроде... Надо подумать, а с какого мира мог взяться тот зомби? Ну, чисто посмотреть потом, прочекать. Реально, он какой-то очень необычный. Так. Блин, эта сволочь там катит бочки. Может, все-таки вот так? Давай попробуем. Блин, бери. О, бомбёха. Так, бомбёха, вот это... Бах! Но ё-моё, в смысле вас так много? А это еще что? А это еще что за лютое растение такое? Давай-ка сейчас вот так. Что это? О, нифига, нифига, ты видел? Ты видел чё? Так, давай, еще порошу тебя. Офигеть. Не, ну это реально, это мы просто затащили, так сказать. Ну все, круто. Блин, чеснок. Ну это реально крутая тема. Все. Выигрываем монеты. Сейчас, короче, будем смотреть пиньяту. Но если уж пиньята так долго, так сказать, выигрывается такими крутыми уровнями, то там что-то должно быть точно крутое в этой пиньяте. Ну реально, уровни очень крутые. И вот так же пиньята крутая 10, нифига. Нифига, все прокачиваем. Шикарно. 10. Ничего себе. Гипногрипп. У меня на него уже есть улучшение какое-то, окей. Ну да, 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 вообще. Так сказать, очень круто. Очень круто. Так, давай-ка пока зайдем, улучшим
растение. Апгрейд, шикарно. Шикарно. Вот сегодня у нас были жаркие бои, так сказать. Надеюсь, еще такие у нас будут. Там вроде как можно еще поиграть вот с этими пиньятами и зомбями. Да, тут просто дохренище их. Окей. А на этом пока все. Подписывайтесь на канал для этих видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.